Центральный государственный архив Петербурга. Здесь на тысячах стеллажей хранится около 3,5 миллионов документов. Формально сдержанные бумаги, зеркало личных историй и судеб жителей Ленинграда, Петербурга. Как раз такие собрали в этом альбоме. Это повседневные документы ленинградцев 41-45 годов. Альбом опубликовали специально к памятной дате – дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В архиве нашли около 1000 различных повседневных бумаг горожан, относящихся к тому периоду. Колоссальные разрушения здания в результате бомбардировок в начале блокады тщательно фиксировали. На плане Ленинграда 40-го года скрупулезно расставлены цветные метки. Красные – там, где были наибольшие потери. Первоначально каждый день фиксировалось каждое нападение, каждое поражение, которое было. Это один из самых трудных дней, 8 сентября, когда начались именно массовые налеты на Ленинград. Причем первоначально фашисты предпочитали подавить город, как они давили Варшаву и другие города, именно огнем. Поэтому они использовали зажигательные бомбы. Бомбить Ленинград начали 6 сентября 1941 года. Через два дня на город скинули несколько тысяч зажигательных бомб. Взрывы спровоцировали 180 очагов пожаров. Только за сентябрь Ленинград пережил 23 авианалета. И вот эта карта очень наглядно показывает, как обстреливали город. Зеленым цветом выделены обстрелы артиллерийские, красным. Вы видите, их очень немного. Действительно, пострадали от зажигательных бомб в основном деревянные постройки, в частности, Бадаевские склады, которые были устроены. Пожар на Бадаевских складах, где хранилась значительная часть запасов продовольствия, стал трагедией для города. Всего сгорело около 40 деревянных пакгаузов, в которых хранилось 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. Уже на Петроградской я видела, как горел зоопарк. А вообще я в первый день, вот в начале войны, вот первые месяцы, я видела, вот как горел Бадаевские склады. Бомбежка объявили, мы, конечно, с испуга к дому, но когда горели уже склады, мы это видели, эти черные клубы дыма. Конечно, фугасные бомбы. Фугасные бомбы были самые опасные, потому что они взрывались, иногда были задержанным взрывом. Мы жили тогда на 8-й Советской улице. 8-я Советская, дом 58. Рядом 2-я ГЭС. В нас снаряды не попали. А напротив нашего дома, просто вот окна так вот совсем близко были, стоял большой дом. И вот мое детское восприятие, вот я смотрю из окна, и половина этого огромного дома вот так вот снесена. И висят, ну как это всегда, там шкафы, там кровати, что-то. Полностью разрушенный дом. Я всегда от бомбежек плакала почему-то. Вот. Даже не кричала, а именно плакала. Уже в июле 41-го власти приняли решение продавать основные товары по продовольственным карточкам. К концу войны насчитывалось более 170 видов таких жизненно необходимых документов. Самыми ценными были карточки на хлеб. Поразительно, но в условиях страшного дефицита и продовольствия, и других товаров их печатали цветными. Если перелистать в несколько страничек, вы видите разные цвета. То есть каждый месяц не только цвета менялись, менялась структура карточек. Мы воспринимаем блокаду как черно-белую картину через фотографии, через фильмы. А когда мы смотрим документы, многообразные пропуска, многообразные карточки, у нас совершенно другая цветовая гамма. Детские карточки мая 42-го года. У меня они сохранились. Относились очень бережно. Мало того, что бережно, это была жизнь. Я визуально помню их до сих пор. Такой серо-зеленый цвет, и такой небольшой листочек бумажки. И, значит, там эти клеточки. И продавец всегда вырезал соответствующий кусочек. Ну и вот самое страшное было, это потерять карточки.
125 граммов – цифра, которая навсегда отпечаталась в памяти жителей блокадного города. Именно такую норму хлеба получали ленинградцы в ноябре и декабре 41-го. Более 630 тысяч человек погибли в блокаду от истощения. Я зачитываю один из рецептов. Селедочный паштет. Селедочные головы, хвост, плавники, оставшиеся от пайка – не надо пренебрегать и найденными в отбросах. Хорошо промыть и не меньше 5-6 раз пропустить через мясорубку. Перед промолкой можно добавить кусочек хлеба. И салат готов. Фантастика. Из ничего пытались люди что-то сделать. Продовольствие доставалось ленинградцам отнюдь не даром. В блокадном городе хлеб не выдавали, а продавали. Деньги никуда не делись. За все платили. Платили даже за карточку. Чтобы получить комплект карточки, надо было заплатить 10 копеек. В блокадном Ленинграде обязательно были деньги. Ничего бесплатно не выдавалось. И все, значит, давали. Вот говорят, давали. Это слово возникло потому, что привезли в магазин, и в магазине есть. Но все это было за деньги. В городе, скованном вражеским кольцом, дети продолжали учиться. В 41-м в Ленинграде было около 500 школ. С началом войны учебные заведения отдавали под госпитали, а ученики и учителя вынуждены были ютиться в квартирах и бомбоубежищах. Конечно, численность детей сильно снизилась. И летняя эвакуация, и последующая эвакуация. Но предлагалось учиться не в школьных помещениях, а, допустим, в отдельных квартирах. Тем не менее, учеба продолжалась, выдавались и документы. В 41-42 ученический билет и аттестат были редкостью, а вот с 43-го стали массовым явлением. В 42-м году дети были очень ослаблены. Они просто были больные. Вот самое страшное последствие голода – это не то, что вот там, ну, человек умирал и тогда. Но это было последствия на всю жизнь. Считалось, что отправка на сельскохозяйственные работы – это возможность вырваться из вот этого города. Очень важно, чтобы современный ребенок понимал, а как жил его ровесник вот тогда. Чтобы чуть-чуть, понятно, что сравнить невозможно, это совсем другая жизнь, но чтобы чуть-чуть почувствовать, как это было тогда. Это очень семейная история, блокада. 27 января 1944 года, день Ленинградской победы. Спустя почти 3 года ожесточенной борьбы за жизнь город освободился от оков врага. В этот день в Ленинграде гремел салют. Несмотря на то, что было очень тяжело в 45-46 году, вот какой-то свет, радость, надежда, вот это все сразу проявилось. Люди хотели жить. Это великая сила жизни.